за период с 2014 по 2015 год из списков состава, точнее участников под программу по Петрозаводскому городскому округу было исключено 103 семьи. Программа действует до 2020 года, и мы надеемся, что в данном случае финансирование будет увеличено, и многие молодые семьи все-таки получат те денежные средства, которые им так необходимы для улучшения жилищных условий.